Сразу несколько законопроектов сегодня одобрили депутаты Сената. В частности, речь шла о ратификации соглашения между Казахстаном и Швейцарским федеральным советом о реадмиссии лиц, прибывающих без разрешения. Документ позволяет обладателям дипломатических паспортов двух стран передвигаться без визы. Еще один законопроект, затрагивающий дипломатические отношения, касался порядка взаимного пребывания граждан Казахстана и России на территории двух государств. Согласно законопроекту, вводится упрощенный режим и отменяется система обязательной регистрации. Впрочем, это правило уже действует на территории двух стран. Соглашение вступило в силу после подписания договора. Дело теперь за ратификацией. До 30 дней вы можете никуда не ходить. Он будет ратифицирован после подписи президента. 30 дней без регистрации. Как отметил в ходе обсуждений законопроекта министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, сейчас в Казахстане число российских граждан, привлеченных к административной ответственности, уменьшилось на 2%. В этом году в нашу страну за 9 месяцев въехали 3 миллиона 435 тысяч российских граждан. В прошлом году около 3 миллионов. Из них 4% не были зарегистрированы. Как показывает практика, сейчас российские граждане к нам прибывают только на 30 дней.